Приближается к Ной, в области твоей, хорошо. Умочи грубо зелени и... Лучше туда зелень и приемлю Бог, нежели отборный выход и приемлю нас. Правильно. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Кто найдет добродетельную жену? Знаю, вы же девочка. Все знают, братья Коромовы. Много было жен добродетельных, но... Правильно, ты произошла все дни. Мелодийность обманчива и... Красота свидетельна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы. Большие воды не могут потушить любви и... Хорошо, что я больно между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, он вёл меня в дом мира и... Отлично. Нет больше твоей любви, как... Да, если кто положит душу свою за друзей своих. И служил Иаков за Рахив 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Так? Бог есть любовь. Правильно. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Так должно было. Потому оставит человек и прилепится к жене. И сказал Господь Бог, нехорошо, быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему. Мужья, любите и не будьте к ним суровы. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично Господи. А я люблю пропуск более золота и золота чистого. Что пропущено? А я люблю более золота и золота чистого. Да не говорите. Нет, не свою жену. Кто сказал? Заповеди твои. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Хорошо, друзья. Сейчас приготовиться, пожалуйста, для бывшего Галя. Есть такая здесь? Да, ты приготовился, ты будешь сейчас петь. А я пока хочу познакомиться с родственниками. Итак, родители, я вас тоже не знаю, когда вы будете представлять, да? Я только знаю, что папа Олег и мама Вика. Вы можете представить свою семью, хорошо, ваших деток от старшего до младшего. Давайте вы встанете сюда, подойдете, чтобы мы познакомились, у вас семья большая. Сколько у вас тут детей? 8. 8. Родители молодые, на 4 года меня старше. Поэтому они уже 8 лет, как мы собрали, вместе взяли. Кто у вас старше? Самый старший из сына, это мой Виталий. Он женат? Это его жена? Жена, хорошо, детки есть? Внучка. Хорошо, у вас начали сыночки, да? Хорошо. После него идет Юля. Юля вторая. Хорошо. Будем снимать остальные. Потом идет Алина. Алина. Хорошо. Если Алина идет, то Яна. Яна сколько лет? 15. После Яна идет Александр. Александр, он знает. Потом идет дочка Оля. Оля, Олечка, привет. Далеко не уходи, хорошо? Сегодня у сестрички с вами. Потом идет Виктория. Вот. Как зовут? Виктория. Виктория, сейчас мама. Хорошо. И еще? Александр, меньше сына. Хорошо, очень приятно. Спасибо вам, что вы нас познакомили. Присаживайтесь. Ну и жена ваша, соответственно, Виктория, можно? Все посмотрели.
Хорошо, спасибо. Готово спичка, пожалуйста. Это любовь, красивичка, ты не любишь.
Слава Богу! Я видел карманный ножик, видел карманный фонарик, но другой карман я еще не видел. Молодец! Тебе надо быть миссионером, потому что с таким инструментом, который очень легко перевозит, нужно ездить в разные страны, проповедовать. Друзья, сейчас приготовятся родственники Юли, у вас экраны скрипки, пение, стихотворение, кто будет участвовать, поэтому сегодня готовы, пожалуйста. А я сейчас вам желаю по порядку характеристики одного из людей, вы должны назвать, кто это. Я даю вам подсказку одну, если вы догадываете, что одну. Итак, я до сих пор пока вы не угадаете. Здесь будут люди и в Библии, и так как просто известные личности. Итак, имя означает «Бог мой царь». И что не знаете? Жил во времена судей, женат. Если знаете, говорите. Умер и побывал на свадьбе своих детей. Есть ответ? Заботливый отец. Имел твоих детей. Нет ответа. Ефратянин. Имел твоих сыновей. Знаете? И меня место жительства. Его жена имела два имени. Елизавета, правильно говорю. Следующий. Дата рождения 27 августа 1910 год. Город Скопле. В семье строителя в 12 лет каким образом произошли изменения в жизни. Дата смерти сентябрь 97 года. Лауреат Нобелевской премии 79 года. Мать Тереза, правильно. Пастух родился в Пеколе, 16 километров южнее от Иерусалима. Амос, правильно. Дата рождения 356 год до нашей эры. Тактик и стратег. Правильно. Александр Македонский. Его жену звали Марта Кастиси. Никто не знает. Своих детей не было. Жены он взял с дому с двумя детьми. Командир. В честь этого человека писали спор. Дата рождения 22 февраля 1732 год. Нет. Изменил ход истории. 57 лет стал президентом. Джордж Вашингтон, правильно говоря. Родом из города Гила. Родом из города Гила. Ахитофел, правильно, с первой рассказки. Женился 27 июня. Имел 6 собственных детей и 11 осиротевших племянников. Сын саксонского шахтовладельца. Не знаете, да? Дальше. Отца звали Ганс, а мать Маргарет. Умер в 63 года. Основной нарушитель порядка и спокойствия. Прочные убеждения этого человека привели к существенным изменениям в истории человечества. Марта Мюнхен, правильно. Хотите информацию об этом, буду взять. Следующий. Рыбак. Ученик Иоанна Крестителя. Рыбак, ученик Иоанна Крестителя. Андрей, правильно. Второй ребенок в семье. 1769 год рождения. 1769 год рождения. Мать Мария Рекицер. Кто не знает. Родился в городе Аяча на острове Корсика. Наполеон, правильно. Мать моих сыновей, дочь жреца. Мать твоих сыновей, дочь жреца.
имя, а Синепа правильно, жена Иосифа. Русский писатель, поэт. Родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Солженицын, правильно. Христианка из Эфиопии, милосердная. Тавифа. Родился 21 мая 1832 года. Йоркшир, Великобритания. Все личности известны, друзья. Его отец был фармацевтом. В 5 лет он рассказывал гостям о своей мечте. В 17 лет принял важное решение посвящения. В 19 лет стал постигать медицину. В сентябре 1853 года весьма поспешно, человек, которому исполнилось 21 год, открыл землю своей мечты. Хадсон Тейлор, правильно. Начальник налоговой инспекции в Японии. Начальник налоговой инспекции в Японии. Нет, мы так. Закей, правильно. Родился 5 февраля 1837 года. В североамериканском городе Норт-Сити. Несмотря на религиозное воспитание, которое получил в семье, в молодости он не помышлял о служении Богу. Его больше привлекали игры и забавы. Когда ему шел 18 год, он отправился в Бостон искать работу и нашел место приказчика в магазине. Однажды в магазин зашел учитель местной воскресной школы. Положив руку на плечо юноши, он взглянул ему в глаза и спросил: «Не хотите ли вы обратиться ко Христу?» Такой первый вопрос застал юношу врасплох. Он жил без Христа и мало думал о нем. От слов служителя дрогнуло сердце молодого человека. Вдруг ему стало ясно, что в лице этого простого христианина его посетил сам Христос. И он полностью отдал свое сердце Господу. Не учившись в семинарии, он занялся самообразованием, тщательно изучая Библию. Евангелист проповедник. Нет, не перекрасно. Муви, правильно, бывает муви. После ухода на пенсию хорошо плавала и ныряла, как будто ей было 18 лет. Тысячи мужчин предлагали ей руку и сердце. Ни Джонни. Ей делали предложения миллионеры, фермеры, бизнесмены, рыбаки и бродяги. Даже когда ей исполнилось 70 лет, предложений было столько, что ее секретарь даже не считал нужным беспокоить ее этими письмами. Нет. Она не была актрисой или кинозвездой, но она имела 38 тысяч последователей. Ее последователи распространяли благую весть в 86 странах мира. Она возглавляла армию спасения. Евангелина Бут. Хочу засвидетельствовать об армии спасения. По сей день миссия очень хорошо работает. В нашем городе мы знаем, сотрудничаем. Друзья, всегда у них очень много волонтеров, которые приходят на Рождество перед супермаркетом, с колокольчиками стоят, собирают деньги. Все очень активно работает до сих пор эта миссия. 559 год, 530 до Рождества Христова. Человек многократно упоминаемый в Библии. Царь. Нет. Покоритель Великой Империи. Основатель Персидского царства. Кир, правильно. Жену зовут Рус. Родился на ферме 7 ноября 1918 года. Пилигрим, правильно. Спасибо, друзья. Готовы, родственники? Кто на скрипке играет песню? Друзья, нет участия родственников? Хорошо, возьмите, пожалуйста. Сегодняшний эфир подожигает песню. Называется «Мосты любви нам нужно строить ежедневно». Вот как сегодня молодые построили мост друг с другом. Но есть много семей, которые еще сестеры, братья, какие
на этой дороге стояли на стол. А какое расстояние у ваших детей? А и Б. 40 километров? Между... Сколько километров? 40. Папа знал, что ты ходишь на имя? Вчера знал, да? Давай, как мы его молодцы. Так, ну, вот если мосты любви нам нужно строить ежедневно, это про ваш мост, а ваши мосты лечатся. Да, про вас написано такое, вы мосты. Thank you.
после 3.15 нужно попросить ответа, там, блокируют автобус, пожалуйста, брать от того Мерседес, выйдите с автобуса. Сейчас у нас будет юная участница, я даже не знаю, кто это, друзья, я не всех познаю лицо, простите. Мы познакомимся, как тебя зовут? Говори в микрофончик. Ближе. Нам Дина. А как твоя фамилия? Ваша фамилия знакомая. Ты будешь петь по программе? Мама, мама, где мама? Мама здесь. Хорошо, пожалуйста. Подойди сюда ближе, чтобы тебя было видно в центре. Не стесняйся. У меня есть старший брат Джонни,
Значит, отношения у Люды с этим человеком хорошие, близкие. У меня с ним дружеские отношения. За тех, кто прошел, он для Антона является другом. И каким-то образом даже Яша оказался в этом списке. Четвертый, младший по возрасту, и он оказался в списке этого друга. Это просто очень хорошее качество этого человека – быть другом. Человек, который всегда тебе рад, его дом всегда был для нас открыт, его жена всегда была рада нас встречать, она всегда нас кормила, когда мы не доедали где-то, особенно я всегда голодный, бегал и раздевали где-то покушать чего-то сладенького, вкусненького, либо у Светы плащичка слушать. Леша, пожалуйста, я прошу тебя сюда выйти, у тебя есть что сказать, это Леша Утюж, очень близкий человек для меня, для нас, ребят нашей семьи, потому что мы все имеем отношения с этим человеком. Я бы хотел, чтобы он сказал пару слов для Яшеньки. Яша начинает только семейную жизнь. И мне кажется, чтобы отношения у всех нас оставались близкими. Это на Тарбахе Павла тоже Петя сказал. Я хотел бы сегодня действительно такие воспоминания. И чтобы оставить на память, я хотел бы сегодня секундочку, подожди. Хотел бы сделать сегодня три фотографии. Три фотографии. Первая фотография – это будет с молодой семьей и наша семья. Папа, идем. И сказать несколько слов. Да, или выйти. Потом мы еще раз сюда. Яша и Юля, мы поздравляем. Светочка, можешь проходить, дальше я сам уже. Мы поздравляем вас. Хотел бы пожелать, чтобы вы действительно, как молодая семья, оказалась в нашем доме, чтобы действительно мы оказали вам гостеприимство. Поэтому я думаю, что жене уже деваться некуда, что ты четвертый будешь у нас. Поэтому мы продолжаем сюда и рады. Это одна фотография. Вторая фотография, действительно, как было уже сказано, Яша самый младший, 22 года. И почему так оказался тоже, тянулся ко мне, не знаю почему, тянулся. Вы знаете, поэтому мне очень приятно было с ним общаться. Я думаю, мне будет приятно с ним еще общаться. И я хотел бы сделать фото лично с ним, чтобы это была память ему и мне. Помню, что у него есть не только дядя, у него есть друг, на которого он может действительно рассчитывать, как я уже говорил, 24 часа в сутки. Поэтому одно фото с ним. Я же тебе лично пожелаю, чтобы ты, если ты знаешь, как поступить в жизни, поступи как человек. Несмотря как христианин, ты как человек никогда не ошибешься. Вот я пожелание, потому что о семейной жизни, здесь у тебя много было пожеланий и так дальше. Еще одну фотографию хотел бы сделать действительно со всеми братьями. Это Антон, это Лёня, это Петя. Действительно, это уникальные люди, которые так внесли вклад в мою жизнь, каждый из них повлиял на мою жизнь. И слава Богу, что сегодня было бы свидетельство, что и я мог повлиять на их жизнь. И я хотел бы, чтобы действительно у каждого из вас были такие друзья. Чтобы у каждого из вас были не только примеры, а чтобы они могли вам пойти, что-то сказать, поделиться. И через 10 лет я чтобы встретились. Я же сейчас подойду, пожалуйста. Спасибо родителям за чудный сыновей, за то, что они были расположены. И, Яшечка, всего вам хорошего жизни. Спасибо. Это действительно ценно, друзья, чтобы и мы являлись хорошими друзьями для других. Чтобы не только мы могли сказать о ком-то, чтобы и о нас кто-то мог в свою очередь сказать.
собой было бы очень хорошо. Я сейчас продолжу с вами диск общения, а приготовиться более корректно, и потом вернемся к своей технике вашего дипломации. Я вам сейчас читаю из Библии выражение, цитату. Вы должны назвать, кто и кому сказал эти слова в Библии. Хорошо? Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Давид и Анафан. Хорошо. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой. Бог сказал Израилю, а если точнее, написано «Чтери Иерусалимская», «Дочеря Иерусалима». «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». Да, Масочка, видите, Киеве, кто кому сказал? «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви». Господь сказал Иерусалиму. Итак, перед лицом церкви дайте им доказательство любви вашей. Кто кому сказал? Итак, перед лицом церкви дайте им доказательство любви вашей. Павел, кому? Коринф, правильно. Черри иерусалимские, черная, но красиво, как шатрики датские, как завесы соломоновые. Кому? Соломита, кому? Кому? Дождя Иерусалима, правда. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины в телице. Ни Соломон, ни Екклезиаст. Агур, правильно. Агур кому сказал? Нет, конкретная есть имена. Агур сказал Ифиилу и Укару, написано. Следующее. Кто найдет добродетельную жену, знай ее выше жемчугов. Нет, не мать Соломона. Мать Мимаила, кому? Нет, не царю. Хорошо, но имя его мать Лемуила кому сказала? Лемуилу. Лемуилу сказала. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Кто кому сказал? Нет. Пусть будет она женой сыну господина твоего, как сказал Господь. Та же история, Валерчик. Только наоборот. Да, Лаван и Вафуил, рабу Авраама. Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Адам кому? Да, Еве и Богу. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. Кто? Христос народов? Нет. Ангел и ангел, правильно. Заключительные эти слова, друзья. Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. Самый чудесный брак, который будет у нас в будущем впереди, это брак Агнца, когда мы все встретимся в небесах, все верные Господу, и будем на брачной этой вечере Агнца. Пожалуйста, Оля. Дорогие, я живу, дорогие друзья, я всей души поздравляю вас, теперь вы лучше жена, я очень рада, и только что Петя говорил, что у него такой случай, когда и вот как раз этот случай, когда друзья моих детей стали моими друзьями, и это для меня большое счастье. И вы знаете, что двери моего дома для вас всегда открыты, и я буду
очень рада видеть вас сюда. Когда вы это знаете здесь. И хочу вам на память подарить семью. Семья рождается в любви, в заветном лучезарном счастье. Творец единства, красоты сам принимает в том участие. Бог предлагает нам того, с кем мы можем стать, с кем можем вновь стать единой, создать прекрасное одно и не остаться половиной. Уходя в прошлые слова, они уже во дне вчерашнем. Я, ты, мое, твои дела, их заменяют мы на наше. Семья одна, любовь одна, одна пред нами жизни башня. Растить святые семена, носить друг друга времена, вот общая забота ваша. Что силы больше вложил, что не свое дело, считает тот лишь кто не жил, одной плоти, общим делом. Любовь за счастье почтет, когда пожертвовать сумеет, и в жизни вечный смысл найдет, и ничего не пожалеет. Любовь — защита очага, она творит семье согласие. В любви рождается семья, и ей сохраняет счастье. Счастья вам, дорогие, и пусть Господь вас благословит. Друзья, мы продолжили веселый днем рассказ о дружбе, то есть песня называется «Друг» — это тот, кто рядом идет, поэтому будьте как муж и жена, то есть будьте друзьями, как мы папа говорил, но не забывайте, что вы муж и жена, поэтому будьте друзьями.
Спасибо. Дорогие друзья, мы хотим для Яши и Юли оставить наше поэтическое пожелание. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки почаще. Семья – это праздник, семейные дары, подарки, покупки, приятные траты. Рождение детей, первый шаг, первые лепи, мечты о хорошем, волнение, трепет. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастье нажить одному невозможно. Всегда будьте вместе, любовь берегите. Обиды и ссоры подальше храните. Хотим, чтоб о вас говорили друзья. Какая хорошая эта семья. Поздравляю. Друзья, сейчас ход нашего брачного пира пойдет таким следующим образом. Наверное, каждый что-то принес молодым, или в конвертике, или, может быть, подарочек, если хотите поздравить, но вы не готовы выйти к микрофону за неимением времени, каждому мы не можем дать время. Сейчас молодые наши встанут, кто имеет, пожалуйста, музыканты, поставьте просто музыку какую-то, кто имеет, что подарить, становитесь рядом, вы можете сфотографироваться, подойти поздравить. Потом официанты, они поменяют посуду, будет сладкое. И вы можете, кто поздравил, подходить, там есть чай, кофе. Если у вас вам хочется что-то горячее, то вы можете взять себе чай, кофе. Официанты поставят сладкое на стол и поменяют какое-то посуду. У нас не будет такого перерыва, чтобы все выходили на улицу, чтобы надо рассеяться. Поэтому это будет такой перерыв, как и... Пожалуйста, и просто до конца нашего эфира не уезжайте. Мы не будем долго вас томить, что было по-семейному, хорошо. Но все остались до конца, и дружно мы потом закончим. Хорошо, друзья, не уезжайте в это время домой. Пожалуйста, кто первый готов, подходите к молодым. Не стесняйтесь, вы будете первые, быстрее сфотографируйтесь. Если можно, можно включите, пожалуйста.